Инвентаризация садовых угодий по состоянию на 23 мая 2022 года. Вот мы видим малинник. Нуська, а вот это вот как вот эти вот, еще раз скажи, большие называются? Это гортензии, да? Ну вот, вот это вот большие лопухи. А вот это вот что? Вот. Вот это гортензия. А, нет, а вот большие лопухи, у вот эти. Лопухи, конечно, это а. Ну вот у нас тут ну какие-то вот лопухи. Это один из главных наших охранителей. Вот. Вот еще одни пионы. А вот это еще раз. Магония. Магония. Вот она вот растет и дальше. Она цветет, да, таким? Нет. А вот это что это за листики? Это клубника. Это ежевика. Большая ежевика. Черт, это же надо все как-то запомнить. Вот. А вот это тут у нас. Давайте посмотрим. Ну. Ага, я не лажу. Это черешня. Известное дерево метасеквойя называют. Вообще как лес. Там скоро, ну, он будет тень отбрать, наверное. Так, вот это у нас грушка. Вот здесь. Вот здесь. Ива. Маленькая. Вот еще одна ива. Кстати, воткнул прутом. Просто срезал ветку, воткнул прут. Вот наш маленький огородик. Ну, на очень такая живенько в этом году. Зацвела, принялась. Сосна. Дуб. Раз. Перед домом следующее растение. Орех. Трава. Груша. Черешня. Ну, в общем, абрикоса. Там акации, берест, сирень. Здесь акация, пересаженная березка. Это, мне кажется, это вишня. Не могу сказать. Это кущик пиранката рожевого. Кущик маленький, пиранката красная.